молодец. О, прыжочек, прыжочек, пожалуйста. Есть. Раз, два и три. И разлетелся наш прыжочек. Перчаточка наша взорвалась. О, еще перчатка. Раз, два, три. Опа, и бомбочка. Круто. Ух ты, жвачка. Да, дуда, дуда. Да, дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, и мы играем в игру Бурито Бизон. И у нас есть ананасовый шлепок, который получит сейчас Гарри в бабочке. Давай сейчас. Поехали, получил шлепок. Мы заработали немножечко денег. И вот эта девчуля, ананасовый шлепок, она очень прикольная. Она очень классно мочит вот этих вот желейных мишек. Получили мы ударчики. Вот, выбили стену, получили даже серебряную монету. Вот, смотри, как она развивает скорость. Молодец. Давай, 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 давай. Еще немножечко. Взрывок. Прыжок. Ой, спасибо тебе, чувак. Этот самый карьеришка. Мишка-карьеришка. Давай, давай, давай. Прыгаем, прыгаем. Вот еще. Давай, взрыв. Пакет. Опа, прыгаем. Ух ты, прям нормально. Может, пробьем стену? Нет, мы стену пробить пока не можем. Ну ладно. Не можем, да не может. Но зато новый рекорд у нас. И мы заработали 1500 рублей. Нормально. Нормально, 1500 рублей или 1500 долларов, или 1500 монет. На, получай, Бертаник. Опа, прыгаем, давай, Бизончик. Ты мне тоже должен заработать кучу денег. Давай, давай, прыгай, прыгай, прыгай. Давай, по мишкам прыгай. Во, давай, давай. 96 монет всего лишь, там мало. Побольше надо монет. Вот, молодец, пробивай. И здесь у нас идут уже мишки медовые. Вот они бегут, 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 а мы по ним прыгаем. Давай, давай, еще по одному. Ну, что-то скорость теряемся. Давай, давай, еще немножечко. Все, 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 давай еще чуть-чуть. Вот, все. Бизончик устал. Он упал. Ручки. Пальчики у него скрючились, ножки. Спинка болит. Отдыхай, Бизончик. Мы сейчас будем играть ананасовым шлепком. Так. Опа, на, получай. Вот тут у него удары. У него удары намного мощнее, чем, мне кажется, чем у этого Бизона. Да? Да, вообще прокрученный какой-то герой. Давай, 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 прыгай, 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 молодец. Нам надо еще третьего, тут еще третий же герой есть. Нам бы третьего героя бы открыть, было бы круто. Во, фига, смотри, видишь, она фигачит всех. Офигенно, мне нравится она. Она круче, чем Бизон, смотри. О, не туда я прыгнул, да, поспешил. Либо немножечко опоздал. Что-то одно из двух. Ох ты, да-да-да-да, перчатка. О, собрали. Собрали монетки, и мы чуть-чуть не пробили стену. Угу. Ну ладно. Ух ты, у нас магазинчик открылся. Что мы там хотели купить с вами? А, полицейский надзор можно снизить. Ну, а мы хотели открыть с вами этого самого шоколадного зайца. Ладно, давай тогда откроем полицейский надзор, чтобы не теряли так слишком много энергии, много сил. Это нам, в принципе, пригодится. Ну, а дальше мы, я обещаю, мы откроем этого шоколадного зайца. О, давай, давай, давай. О, видишь, как прыгает. Молодец. Во. Теперь зато нам не так будут страшны. О, видишь, как, смотри. Нам не так страшны эти полицейские, что ли, или что? Ну, сейчас посмотрим. Потому что Бизончик, он постоянно на полицейских натыкивается. Поэтому мы и прокачиваем. О, видишь, смотри, полицейский идет. Давай проверим. А, нет. Смотри, пробили его. Тоже, в принципе, неплохо. Ну ладно, сейчас посмотрим дальше. А, 2500 у нас. Хорошо. Хорошо. Так, сейчас получишь ты удар. И я заработаю денежек. Сколько? 280 должно быть. Да, 280. Нормально, нормально. Мы потом это улучшим. Ах ты. Спешу. Я слишком быстро спешу. Надо помедленнее. Деньги, деньги. Ох ты, ей заработали. Нормально. И идем в следующий уровень. Давай, пробить бы стену, было бы вообще замечательно. Давай, 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 давай. Оу. Перчатка. Ах, перчатку мы. До перчатки мы не допрыгали. Все, все, все устало. Ага, угу. Сколько денег? 1000. 1000? Всего 3700. Ну, неплохо. Давай, Бизончик. Угу. Поехал, удар. О, тоже, в принципе, нормально выносит, да? Бизончик у нас, ударчики хорошие. О, давай, 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 прыгай, прыгай, прыгай. Деньги. А, деньги профукали. О, перчатка. Есть. Раз, два. Ох ты, ладно. Ох, нифига, какая скорость. Молодец, Бизон, молодец. О.
Тоже нормально. Тоже пойдет нормально все. Бочка нам тоже хорошо дает скорости. А вот бизончик пока не допрыгивает. О, деньги, деньги. А, профукали деньги. Давай хотя бы этот возьмем. Ох, ну, молодец, смотри, до стены хотя бы добежал. Тоже весьма неплохо. 4900, почти что 5000. Так, удар, когда наносить? А наносить нужно вот сейчас. Отлично, нифига она его почти что вынесла. Давай прыгаем. Ой, хорошо, хорошо. Деньги даже заработал, вот молодец какая. Ой, давай, давай, бочки, бочки. Во, теперь получилось у меня ровненько в эти бочки прыгнуть. Ой, давай, 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 есть. Опа, прыгай, прыгай, прыгай. Кого-нибудь там сейчас ловим. Есть. Опа, а, давай, давай, пожалуйста, прыжочек. Бочки. Вот это удар, вот это прыжок. Молодец, ананасовый шлепок. Есть мы... А, вон оно как, смотри. О-о-о-о. Там, оказывается, можно было прыгать. Ну, ладно. Сколько мы заработали денег? 1400. Угу, неплохо. Ага, сейчас получишь ты, Гарри, бочки. Давай, бабочки, то есть. Получай. И заработали мы 160 монеток. Да, 160 монеток. Надо шоколадного зайца срочно открывать. Вот он будет денег приносить. Просто на халяву. Ну, стоит-то он 15 тысяч. Только у нас пока денег нету. Опа, нормально. Выбиваем стену и идем дальше. О, вот эти вот желейные мишки. Ш, это медовые. Давай, давай. О, давай, прыжочек. Раз, два. Бочки. Вот это отлично. Давай, давай, прыгаем, прыгаем. Зарабатываем деньги. Нифига, даже серебряные мы получили. Давай, давай, бизончик. Немножечко осталось до стены. Эх. Немножко не пробили мы стену. 8000 уже. Уже 8000. Неплохо. Так, значит, делаем тебе удар. Бертаник. Прыгаем еще раз. Вот это молодец, прям ананасовый шлепок. О, денежки были. Профукали. Не успели. Давай хотя бы на ракетку прыгнем. О! Так, что-то мы с ракетки быстро убежали. Вот это скорость! Вот это прыжки! Давай, 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 еще немножко. Ах, все, прыгаем, и нету этих, как у ребят. Бомбочка, есть, еще. Ой, давай, пожалуйста, да. Опа, прыжочки. А где у нас этот чувак? Так, не понял я, как с ним. Вот эта музыка тоже эпичная такая, да? Ох, перчаточка прилетела. Все, 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 до стены мы добежали. И монет. И что-то у нас ключ какой-то валялся, непонятно. Сколько заработали? 1400, 1500, 9000. Вот. Все, мы шоколадного зайца. Все, открываем. 15 тысяч. Он стоит, это недорого. На, получи. Вот это удар. Молодец, бизон. Фига, он что-то разбушевался. Какой-то злой, смотри. Желейных мишек фигачит. Раз, два, три. Раз, два, три. Молодец, молодец. Давай, 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 давай. Деньги, деньги, деньги. Два мешка денег. 120. Ух ты, 240. Давай, 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 давай. Вот этих вот мишек нужно убить. Вот, давай, 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 молодец. О, прыжочек, прыжочек, пожалуйста. Есть. Раз, два и три. И разлетелся наш прыжочек. Перчаточка наша взорвалась. О, еще перчатка. Раз, два, три. Опа, и бомбочка. Круто. Ух ты, жвачка. Ой, ну, чё-чё-чё-то мы эту стену бизоном вообще пробить не можем. 11 тысяч. Хорошо. Что там открылось? И давай посмотрим. Отскакивание. Каждый раз, касаясь чего-нибудь, ты отскакиваешь все выше. Так, хорошо, мы это возьмем, но не сейчас. Ну не сейчас. Ага, все выше, ну тоже, в принципе, неплохо. На, получи бертаник. Вот так, жвачка. Бертаник это у нас, знаешь кто? Это у нас большая-большая жвачка, которая вот берешь, жвачку жуешь, а потом, когда она тебе надоедает, когда она уже не сладкая, ты ее выплевываешь. Так вот, бертаник это много-много таких невкусных жвачек, которые... Повыбрасывали, повыкидывали, повыплевывали. А от бертаника он насобирал этих жвачек. И, короче, сделался. Сделался бертаником. Вот такая вот история. Ой, давай, пожалуйста. Перчаточка, давай, давай, пожалуйста. А, перчатка, не убегай, пожалуйста. Перчатка убежала. Ну, что ж. Убежала, так убежала. Так, сколько у нас? 12 тысяч. Нет, мы-ка деньги не тратим, алё. Нам нужен шоколадный заяц. О, все, бертаник готов. Нам дал 280 монет. Что весьма неплохо.
Давай, 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 давай. О, бочки, бочки есть. Опа, и у нас третьи бочки нас отскакивает очень клево, очень далеко. Вот, безунчик, давай, давай, зарабатывай. Нам нужно 5000 еще откуда-то. Откуда-то взять 5000, не знаю откуда. Давай, давай, еще, еще, еще прыгай. Молодец, давай, давай, опа. Полицейские. Все. Все, кончили силы. 900 монет. 900 монет заработали. Нам получилось 1100. И всего 13. И не хватает у нас до шоколадного зайца. Еще буквально... Еще раз я сыграю, посмотрю. Так, это Гарри в бочке. О, ну, не в бочке, а в бабочке. Да. Гарри в бабочке. Ух ты, нифига. Ну, молодец, зичуля. Давай, 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 давай. Я знаю, ты мне принесешь побольше денег. Ах, ракетка, ракетка была. Ой, давай, давай, давай. Молодец, спасибо. Мишка-карьеришка. Также ли эти самые шоколадные... Не шоколадные эти, самые медовые мишки. Давай, 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 давай. Ох ты, хорошо. Ракетка, ракетка. Отлично. Вот так, хорошо. Давай, молодец. Ой, смотри, прыгалка. Раз, два, три. Опа. Вот, давай, еще немножко, еще немножко. Давай, давай, молодец. Давай, вот так еще. Развивай скорость, развивай. Вот, молодец. Ой, ну все, у нее падает скорость вообще. Опа, молодец, давай. Ракетка, мне нужна бомбочка какая-то. Что-нибудь мне нужно. Все. Сколько же там денег? 1200 тысяч. О, 15 тысяч мы открыли, мы открыли, мы открыли. Мы от... А знаешь, что мы открыли? А мы открыли вот этого шоколадного зайца. Выглядит так вкусно, а прыгает так высоко. Благодаря высокой калорийности за 15 тысяч. Купили. Спасибо. Прокачали мы шоколадного зайца. Вот он и шоколадный заяц. А ну-ка, алё. А, да ты прыгаешь еще, Алёшки. Как же тебя победить? Наверное, когда ты в прыжке будешь так вот. Ой, мы профукали. Прикинь. Офигеть. А как надо его побеждать? В прыжке, наверное, да? Блин. Ну ладно. Наверное, когда вот он подпрыгивает, надо его тогда замочить. Не знаю, как получится. Но посмотрим. Посмотрим еще раз. У нас времени много. Будем проходить и играть с этим, шоколадным шоколадным зайкой. Шоколадным зайцем. И посмотрим, как же с ним воевать, как с ним драться, как с ним играть. Так, давай, бизончик, прыгай. Еще, еще, еще. О, молодец. Давай, перчатка, перчатка, перчатка. А, еще. Все. Мишки закончились. И до перчатки я не допрыгал. Угу. И заработал всего лишь 1200. Давай еще раз попробуем. Я хочу как с этим зайцем-то не понять-то. Вот либо прыгать его, когда он в прыжке. Ну давай, когда он внизу хотя бы. А, нифига! Он как-то уворачивается. Значит, надо прыгать именно когда он в прыжке. Да-да-да, понятно. Ладно, ничего страшного. Бочки. Ух, какой удар с бочкой был. Все, деньги. Так, взрывчаточка. Ракетка. Так, полицейский гад. Ух ты, смотри, мы его как зафигачили. Давай, 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 еще. Бомбочка, есть. Отлично, ракетка. Давай, еще одну ракетку, пожалуйста. О, замечательно. О, и я хочу вот эту прыгалку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, врезался. Ой, врезался в стену, потому что была маленькая скорость, дорогие друзья. Ой, ребята, давайте еще раз попробуем. И попробуем в этого зайца как-нибудь попасть. Все-таки. Не знаю, попадем мы так или нет. Так, а ну-ка. Опа, попали, попали в зайца. Молодцы, первый раз. Теперь я понял, как в зайца попадать. Ну, он такую большую скорость нам дает. Смотри, бизон как прыгает. Давай, бизончик. О, молодец. Вот это вот у него скорость мощная. Все, теперь мы наконец-то поняли, как в этого зайца играться с ним. Давай, прыгай, прыгай. Вот, бомбочка. Есть. Вот это прыжок. Бизон, давай, молодец. Я в тебя верю, что ты долетишь до этой стены. Ах ты, гад, полицейский. Смотри, а. Что творится? Скорость падает, скорость падает. Ракетка. О, нормально. Скорость, стена. А вот и стена. Ребята, мы до стены дошли. Фух. Ну, хоть денег заработали. Да, да, почти что 2000, нормально. Да, интересно, интересно, конечно, играть. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.